Всем привет, пацаны. Короче, у кого проблемы с электроусилителем на тазах, вот это Лада Калина 2006 года, значит, вот так вот разбираете, чехол снимаете с руля, вот этот пластмассовый, потом две гайки с этих болтов, руль ниже опускается, и вот он болт, вот этот вот, сейчас, вот этот, вот у меня уже все смазки с прошлого года осталось, короче, электроусилитель чуть закусывает. Вот, там пластмассовые, видимо, шестерни. В общем, этот болт откручиваете, туда смазки пихаете. И все, проблема решается на целый год прям. Так, пацаны, это смазка Шрус я использую. Вот, шприца у меня специального нет, затолкал вот так вот в трубочку от коктейля. И сейчас шестигранником буду продавливать он туда. Ну, вот так вот получается. Вот так вот получается. Это смазки много не бывает. Короче, трубочки три. Вернее, половиночку, короче, запихал. Может, целую трубочку получается, наверное. Вот и все, охапка дров. И плов готов. А то, блин, новый электроусилитель стоит там что-то 15 или 25 тысяч, что ли. Ну, с 2006 года ходит, и нифига ему нету. Подсмазывать просто раз в 10 тысяч, раз в год. Да, забыл сказать, это на всякий случай, кому интересно, пробег вот 158 тысяч. И я как бы не автомеханик, но думаю, что то же самое, точно так же можно решить проблему и на Приоре, и где там еще электроусилитель, Ларгус, Веста, Гретта, или как ее там, Гранта, во.